Jayaratha Madhavam Gunjabiharim Yamunatira Ваначари. Джаярадха Мадавам Кунджабихарим Гопиджана Валлабха Гиривардарим Яшодананда Браджаджана Ранджана Ямунатира Ваначарим Yamunatira vanacharim Jayaradha Madhavam Kunjabiharim Gopijana varabha girivaradarim Yashodanandana brajajana ranjana Ямунатира ваначари. Ямунатира ваначари. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама. Рама, Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама. Рама, Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayam Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupad, Prabhupad, Jaya Shila Prabhupad, Jaya Jaya Prabhupad, 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 Jaya Shila Prabhupad, Jaya Jaya Prabhupad, Prabhupad. Prabhupad, Jaya Shila Prabhupad, Jaya Jaya Prabhupad, Prabhupad, Prabhupad. Ом намо Бхагавате Васудевая, Ом намо Бхагавате Васудевая, Ом намо Бхагавате Васудевая. Так, дорогие преданные, мы продолжаем служить потрясающему Писанию Его Божественной милости Шрила Джива Госвами Прабхупады. Он подарил всем это бесценное произведение Игр Господа. Мы читаем 21 главу. Кришна похищает одежды гопи. Мы, как обычно, читаем, абсолютно ничего не добавляя, ни одного слова, и не убавляя, как есть в оригинале, чтобы медитация, которая вот нас погружает вот в эту медитацию на эти игры, слушание, воспевание, на этих прекрасных играх ачарьи не прерывалась нашим вмешательством и ложным эго. Итак, глава 21. Кришна похищает одежды гопи. Снигда Канта снова заговорил, тем же вечером обращаясь к Сакхи. После того, как мудрец Гарга провел самскары для Кришны и Баларамы, многочисленные гопи, чрезвычайно удачливые, родились во Врадже в самых разных семьях и с самого юного возраста Каумара развили естественную любовь к Кришне. Когда у них возникло желание выйти замуж за Кришну, они не знали, как это сделать. Юные гопи истощились, как убывающая луна из-за любви к Кришне и снедающей их печали. В одиночестве они молились полубогам, мечтая о Кришне. Они бродили в безлюдных местах и молились. Пусть мы будем жить в доме Нанды и Яшоды, и пусть они нам будут свекровом и свекровью, свекром и свекровью. Пусть Кришна будет нашим супругом рождение за рождением. Однажды все гопи собрались на берегу Ямуны, как множество учеников одного гуру, преследуя единую цель, собираются в одном месте. Так и гопи из разных семей, как подруги, собрались с одной целью и одинаковым чувством. Хотя рожденные в разных местах, они любили Кришну и походили на скопление дождевых облаков. Хотя иногда у них мелькали друг к другу
недружелюбные чувства, сейчас они сплотились в незыблемой дружбе. Несмотря на то, что они скрывали свои чувства от старших, теперь они раскрыли свои сердца друг к другу. Разве могли гопи утаивать свою любовь к Кришне, собравшись вместе? Раскрыв друг другу сердца, они плакали и падали в обморок, наблюдая за гопи и желая им счастья. Вринда подошла к ним в одеждах подвижницы. Раскрыв друг другу сердца, они плакали и падали в обморок, наблюдая за гопи и желая им счастья. Вринда подошла к ним в одеждах подвижницы. Вринда подумала: эти юные гопи мечтают встретиться с Кришной, но не могут. Влечение рождается от любви и усиливается, когда созревает. Им нужно поклоняться какой-нибудь богине, а не ему. Вринда поприветствовала их, благословила и сказала: «О гопи, я живу в этом лесу. Видя вашу привязанность к Кришне и ваши мужья, видя вашу привязанность к Кришне и ваши муки, мое сердце обливается кровью. Я решила помочь вам. Послушайте внимательно. Вы добьетесь своей цели без чрезмерных усилий. Но один месяц вам придется постараться. Из сострадания я дам вам волшебный метод, подкрепленный особой мантрой». Как драгоценный камень кладут в укромное место, так и Вринда вложила в уши гопи особую мантру, обучила их поклонению и, довольная, ушла. Радостные девушки, получив от нее знания, забыли себя от блаженства. Пылкая любовь помогала им в исполнении их желаний и приносила счастье. Высшая вайшнавы Шакти, почитаемая всеми, была их гуру в любви Анураги. Лучшая из мантр исполнила их желания. О каком еще счастье они могли мечтать? Юные гопи приняли обет на первый день месяца Аграхаяны с Санкалпой. Уйдя из дома в 4 утра, перед восходом они пошли на берег Ямуны, держась за руки и напевая песни. По пути они шутили и делились сокровенными мыслями. «О, подруга! Воплощение счастья, украшенное гирляндой и лучшими добродетелями, станет твоим супругом. Нанда будет очень доволен, рассказывая всем о радостной вести. Твои мать и отец от счастья раздадут всем богатство. Скрывая радость, Кришна рассердит тебя шутливыми словами друзей. Как только назначит благоприятный день, Кришну нарядят в свадебное убранство, его смуглое тело, облаченное в золотую одежду и напоминающее тучу, освещенную молнией, суть всей красоты. У него переливающаяся желтая накидка. Красивая тилака украшает его лоб. Он носит корону или тюрбан, а в волосах драгоценные камни. На щеках Кришны отражаются золотые сережки. Он прикрывает губы алые от жевания бетеля краем накидки. На его шее переливается жемчужное ожерелье. Браслеты обвивают его руки, на пальцах кольца, а на талии разноцветная нить. На груди Кришны цветочная гирлянда и драгоценный камень Каустубха. Его талию обивает сияющий самоцветами пояс, а на стопах драгоценные украшения. Никто еще не видел таких украшений.
Он украшение всех украшений. Люди восторженно встречают его восхищенными взглядами, осыпают цветами и поют песни, когда он, окруженный друзьями, едет на драгоценной колеснице и наслаждается ее громыханием и звучанием сотен музыкальных инструментов. О, подруга! Услышав шум свадебной церемонии, сердце твое учащенно бьется, а когда он подходит к твоей двери, ты падаешь в обморок от блаженства. О, Саки! Твои родственники подойдут к жениху под пение красногубых женщин. Музыканты обступят жениха с громким пением, женщины проведут оратрику и осыпят всех цветами. О, красавица! С появлением Кришны ты забудешь себя от счастья. После поклонения Нанде и другим старшим польются веселье и шутки. Следуя древним обычаям, родственники подведут тебя к Кришне, сопровождая ваше шествие богатствами. Из-за любви ты ослабнешь. Твой отец возьмет твою ослабевшую руку, соединит с рукой Кришны и окропит вас священной водой. О, дивноокая! Никто не поймет твое счастье. Я уже представляю, как он берет твою красивую руку. Придя ранним утром к Ямуне, закончив петь, гопи скинули с себя одежду, бросили на берегу и с детским задором и плеском вошли в Ямуну. Поскольку одежда их была шелковой, ее не нужно часто стирать, они облачились в нее, провели поклонение образу Катьяяни, слепленной из песка, произнесли мантры и вернулись домой. Целый месяц они следовали этому обету. Последний день, когда обет был исполнен, в великом блаженстве гопи поспешили на берег Ямуны и резвились в воде без всякой застенчивости, так как место это было пустынным и отдаленным от людей. Зная об их обете, который гопи блюли целый месяц, Кришна взял с собой 4 совсем юных гопов и, никому не сказав, пошел к тому берегу Ямуны. Наблюдая за гопи, Кришна предлагал им свое сердце. Мудрые знают, что Дама, Судама, Васудама и Кинкини – это внешнее проявление ума, разума, сознания и эго Кришны. Когда они достигли 5-летнего возраста, то каждый день получали от Кришны потоки премы и находили радость в общении со сверстниками. Идя вместе с Кришной, они поинтересовались: «А куда мы идем?» Хитрый Кришна подошел к Ямуне и, жестом руки улыбаясь, велел мальчикам вести себя тихо. Пока девушки плескались в воде, он похитил их одежды, забрался на высокую кадамбу и вместе с мальчишками весело рассмеялся. Когда юные гопи уловили чей-то веселый смех, они в страхе начали озираться, услышав глубокий гортанный смех, который весьма оценили его спутники. Девушки озабоченно переглянулись. Не увидев своей одежды на берегу, гопи сразу же зашли поглубже в воду, по самую шею напоминая цветущие лотосы. Однако их лица превосходили красоту лотосов, и к тому же зимой лотосы не цветут. Девушки стояли до подбородка в воде со смущенными взглядами. Затем от озноба они возвели очи к ветвям кадамбы и вдруг увидели Кришну, который до этого скрывался в листве и теперь предстал перед ними. Взгляд Кришны, упавший на лица гопи, стоявших по шею в воде, напоминал пчелу внутри лотоса. Девушки пристально смотрели на Кришну,
как птицы чатаки на тучу. А тем временем юные спутники Кришны хохотали и злили гопи. «Теперь вашей одежде будет поклоняться весь врач!» По наущению Кришны первый мальчик сказал: «Мы вообще не знаем, хорош наш поступок или нет, но мы пришли сюда преподавать вам урок». Стыдливо поглядывая друг на друга, гопи язвительно отвечали: «Вы узнали много хорошего от своего наставника, и все, чему он вас научил, покажите во врадже, чтобы заслужить его милость». И все, чему он вас научил, покажите во врадже, чтобы заслужить его милость. Другой мальчик по указанию Кришны сказал: «Мы не знаем, почему вы недовольны нами, вы обитатели вод, а мы живем на деревьях. Вы воры, сидящие на ветвях, и наш долг отругать вас за кражу», — разгневанно молвили гопи. «Вы украли нашу одежду, заставив нас коченеть в холодной воде». Затем Кришна сказал с притворным гневом и удивлением: «А что мы украли у вас?» «Ах, он не знает, что он украл у нас. Зачем ты спрятал нашу одежду, Амбара? А разве вы не покрыты небом, Амба? Почему вы говорите, что я похитил небо?» «О, Дамодара, ты способен превратить одежду Амбара в небо? Да, на такое воровство в пустынном месте много смелости не надо». Кришна сказал с благородством в голосе: «Эти девушки вовсе не нагие, смотрите, они покрыты водой. Ну, вы рассмешили. Внешне вы ведете себя весьма вежливо, но на самом деле у вас вздорный характер. О, мои спутники! Эти нищенки бесстыдно глазеют на нашу одежду, которую мы бросили во время игры. Они спрятались в воде с мыслями, какая одежда для них самая подходящая, и хотят в укромном месте подальше от нас нарядиться в нее. Посмотрите на их золотую одежду в прозрачной в воде Ямуны, которая облегает их тела, напоминающие красивые буквы. Идите быстрее и за руки вытащите на берег этих девчонок». Повинуясь приказанию Кришны, мальчики подошли к воде и остановились. Девушки молвили: «Что же вы медлите? Подходите ближе, не бойтесь». Затем гопи сказали своим подругам: «О, Сакхи, затащите этих воров в воду и немедленно утопите». Потом они обратились к мальчикам: «По милости Катяяны мы затащим в воду того, кто научил вас красть у женщин одежду». От их угроз мальчики отступили к Кадамбе и в торопях взобрались на дерево. Кришна рассмеялся и сказал гопи: «Ах! Вы забавляетесь в этом месте, как благородные женщины. Пусть ваша гордыня остается при вас. Я вижу, полубоги милостивы к вам. Пока вы живете в воде, мы будем жить на вершине этого дерева». Понимая его речь, девушки в уме приняли это за игру слов. «Тот, кто остается в лодке на дереве, не боится реки. Зачем спрашивать о реке тех, кто отдал свое тело реке?» Улыбаясь, Кришна заговорил со страданием гопи, которые дрожали от красоты его лица и озноба: «О, несчастные! Вы дрожите от холода, так выходите же быстрее на берег!» Гопи нахмурились: «Зачем нам выходить на берег? Выходите и забирайте свою одежду, похищенную лесным духом, и которую я отобрал у него. Что нам еще ожидать от тебя?» Сказав так, гопи вытянули руки и слегка двинулись вперед. Подняв палец вверх, Кришна молвил: «О, лотосаоки и красавицы, подходите ко мне ближе!» «Зачем нам подходить тебе ближе?» «Мой взгляд необычный», — ответил Кришна. «Что это значит?»
Вы не можете менять одежду во время затмения, в темноте заслоняясь. Гопи зашептались: «О, глупые! Он говорит все это, обманывая нас». Покусывая язык, Кришна опять обратился к гопи, дразня их одеждой. Подозревая что-то неладное, дразня их одеждой. «Это правда, я никогда не лгу». Подозревая что-то неладное, девушки заговорили между собой. «Ох, это одна из его шуток, он смеется над нами». Пряча улыбку, Кришна приятным голосом сказал: «Это не шутка. Вы так исхудали из-за своего обета и выглядите очень несчастными. Мне больно смотреть, как вы страдаете». Гопи ответили: «Кто-то из вожделения украл чужую одежду, а теперь сострадает тем, кого он обокрал и заставляет дрожать от холода». «Ах, просто смешно! Будь же правдивым, когда же ты прекратишь лгать?» «Я никогда не лгу, кто бы говорил!» «Ах, гордые гопи, если вы так думаете обо мне, тогда спросите этих праведнейших из мужчин». Улыбаясь, гопи сказали: «Да они заодно с тобой, и потому такие же праведные». «О, тонкостанные гопи, если вы думаете, что мои слова неправдивы, тогда смотрите собственными глазами, вы можете все подойти или одна из вас». Когда гопи поняли, что Кришна шутит с ними, их сердца переполнились любовью. Они переглядывались, обменивались шутками и смеялись, несмотря на смущение, однако из воды не выходили. Они стеснялись выйти на берег и зябли в холодной воде. Гопи говорили Кришне: «Ты сокровище Нанды и любимец жителей Враджа. Мы окоченели от холода, пожалуйста, верни нам одежду, неприлично тебе так вестись с нами». «Неприлично тебе так вести себя с нами», — Кришна сказал. «Здесь обитает коварный дух, вы же из благородных семей, и я должен помочь вам, беззащитным, чьи одежды похитило лесное привидение. Поэтому я поступаю так, нам нет никакого дела до вашей одежды. Если вы удовлетворите нас, мы с радостью устраним все препятствия, чинимые лесным духом». Услышав такие слова, девушки, поклонявшиеся богине Катьяяне, задумались: «Ах, он пытается заставить нас раскрыть наши истинные намерения. Сейчас самое время показать ему нашу любовь. Но мы должны быть очень осторожными, чтобы он не обманул нас. Он ведет себя вполне естественно, так как мы замерзли и испуганы». Гопи сказали: «Мы замерзли от холодного ветра и на волоске от смерти. Не шути с нами и не обманывай нас. Верни нашу одежду. Если мы согласимся на твое предложение, мы лишимся доброго имени». Улыбаясь, Кришна ответил: «О, если вы сделаете то, что я прошу, я исполню любое ваше желание». Гопи призадумались: «Ох, он умеет взволновать наши сердца. Как бы там ни было, мы должны пойти вместе и, невзирая на его шутки, служить ему». «О, Шамасундара, мы твои служанки! Тогда сделайте то, о чем я прошу», — улыбаясь, ответил Кришна. Глядя друг на друга бегающими глазами, гопи согласились: «Хорошо, мы сделаем так, как ты велишь». Хотя Кришну будоражили желания, он промолчал. Затем гопи снова обратились к нему: «О, знаток дармы, отдай нам нашу одежду, так как всем известно, что ты не отвечаешь за свои слова. Тебе не стоит даже произносить слово «дарма», пока ты наносишь другим смертельные раны». Пока Кришна молчал, пряча улыбку, гопи решили пригрозить ему: «Если ты не вернешь нам одежду, мы пожалуемся царю». Своей угрозой они хотели припугнуть Кришну, хотя он оставался бесстрашным. Но это не смутило их. Они надеялись, что при слове «царь» Кришна опомнится.
На их угрозу Кришна молвил: «Вы же хотели стать моими служанками. Неужели вы отказываетесь от своего обещания? Мне непонятно. Если вы и вправду хотите стать моими служанками, то выходите из воды со всеми своими богатствами, подходите сюда все вместе с улыбкой на лице и без всякой недоверчивости. А иначе почему мы должны помогать девушкам, нарушившим свой обет и укореняющим адхарму?» Видя, что они не выходят, Кришна решил произнести суровые слова. «Я не вступаю во взаимоотношения с девушками, которые безнадежны и грубы. Поймите, ведь я сочувствую вам и хочу пролить на вас милость, иначе я не отдам вам одежду. Что мне, разгневанный царь?» Кришна хотел показать, что даже царь не поможет им. Тогда гопи, молчаливые, испуганные, решили довериться Кришне, воплощению вежливости и сострадания. И все же они не полностью доверяли ему. Однако, хотя их тела были скованы стыдливостью, они вышли из воды, чтобы избавиться от мук, пронизывающего холода, ведь они почти окоченели. Хотя гопи поступили так из-за холода, была этому и другая причина. «Если наше желание исполнится, мы готовы поддерживать жизнь в этом теле. Иначе мы оставим эти бренные тела. Только так мы согласны. Если нет, то какая польза в нашей стыдливости? Идя к нему без одежды, мы притворимся, что замерзли». Так гопи вышли из воды, но не оставили стыдливость, прикрывая руками сокровенные места, будто это была их нижняя одежда, а локонами волос прикрыли груди и плечи. Выставив вперед самых юных гопи, они подошли к Кришне, согнувшись, словно горбуни. Мальчишки громко смеялись: «Смотри, смотри, Кришна! Эти перепуганные гопи идут сюда, оставив в воде свою одежду!» Однако Кришна, созерцая их, явил милость. Хотя женщин, наделенных всеми добродетелями, сравнивают с луной, эти девушки превзошли это сравнение, так как были безупречны. Удивительно! Эти девушки из благородных семей хотят оставить жизнь, но не могут оставить свою стыдливость. Они подошли ко мне в этом настроении, их стремление ко мне побудило их отказаться от оговорок и смотреть на меня даже в страданиях. Я подшучу над ними, дабы исполнить мое желание и выявить их недостатки, чтобы убрать их застенчивость. Хотя они вышли из воды, они все еще прикрываются. Подумав так, Кришна сказал: «Эй, вздорные мальчишки, что же тут смешного? Девушки остались без одежды. Стоит ли осуждать их за наготу?» Взяв в охапку их одежду с ветвей кадамбы и протягивая ее им, Кришна улыбнулся, выражая свою любовь. «Я отдам вам одежду, если вы согласитесь стать моими служанками. Прежде вам трудно было прийти к такому решению, но исходя из положения, в которое вы попали, у вас нет иного выхода. Вы узнали о правильном поклонении от истинного гуру, но я бледнею, видя ваше скверное поведение. Поймите, войдя в реку без одежды, вы оскорбили божество воды. И чтобы избавиться от всего оскорбления, вы должны сложить руки над головой и так выразить почтение божеству. В сердцах своих девушки устыдились и сжались от испуга. Они поняли, что должны повиноваться его приказанию. То, что эти мальчишки увидят нашу наготу, просто невыносимо. Но нет вреда предстать полностью обнаженной перед мужем, ведь муж подобен Богу. Итак, чтобы отвлечь внимание мальчишек, гопи вскричали: «Смотрите, что там за странные звуки!» В шутливой манере они предложили почтение Кришне: «О, Господин, наше почтение тебе!» Глядя на их наготу с интересом, рассматривая их нежные части тела и красоту,
Кришна остался доволен и, смеясь, отдал им одежду. «Увидев вас такими, я принял вас как своих жен. Как еще мне удовлетворить вас?» Удовлетворив девушек, Кришна показал им, что знает их сокровенное желание. Неблагожелательные речи в дружественном настроении порождают согласие и радость. Только посмотрите, украв их одежды, Кришна одарил гопи великим счастьем. Когда Кришна спустился с дерева, гопи, желая скрыть стыд, накинули на себя одежду в великом смущении. Чистая рати проявилась в них и пронзала их тела. Их лотосные лица расцвели, когда они приблизились к Кришне. Их взгляды устремились на Него. Движения любви весьма извилисты. Кришна пришел дать им дар, но когда аромат их лотосных лиц прянул ему в нос, он забыл обо всем. Как пчелы кружатся над лотосом, почуяв мед, так и юные гопи сгрудились вокруг Кришны, приняв его своим супругом. Гопи сказали: «Позволь нам идти». Держа одежду и украшения в руках, они чувствовали блаженство. Кришна, пленительный похититель одежд, стал оглядываться вокруг, думая, чем он мог бы их одарить. Понимая, что девушки претерпели аскезы, желая его руки, Кришна решил исполнить их желание. Если человек поклоняется кому-то для собственного блага, это поклонение для себя. Тот, кто поглощен мыслями обо мне, но выказывает мне неприязнь, внешне причиняет мне боль. Если человек поклоняется кому-то для собственного блага, это поклонение для себя. Тот, кто поглощен мыслями обо мне, но выказывает мне неприязнь, внешне причиняет мне боль. Я представлю первый тип людей. Я представляю первый тип людей. Вы представляете второй. Я считаю ваш безоговорочный обет высочайшей истиной. Стремление обрести меня, у вас нет иного желания, как зерна, поджаренные в ги с сахаром, не прорастают. Поклоняясь только мне одному, вы отвергли всякое поклонение и привязаны только ко мне. Что еще я могу сказать вам? Когда лучшие женщины выслушали его, Кришна намекнул, что они должны выйти замуж по обычаю гандхарвов. Их глаза заметали смущение, и они какое-то время пребывали в раздумье. Приумножая свое могущество, чтобы они решились на супружеский союз, Кришна снова заговорил: «Обоюдное согласие жениха и невесты – это свадебный обряд по обычаю гандхарвов. Взаимное согласие – это высшая дхарма, которая естественная между женихом и невестой. Скрепив брачный союз по обычаю гандхарвов, возвращайтесь во Враж. Мы скоро встретимся ночью». Когда Кришна пообещал им это, их преданность усилилась во много раз. Шукадева Госвами сказал: «Получив такие наставления от Господа, девушки, чьи чаяния исполнились с большим нежеланием, вернулись во Врадж. По пути они размышляли о лотосных стопах Кришны». Шримад Бхагаватам 10.22.28. Когда гопи покорились Кришне, пребывая в застенчивости, их глаза встретились с его глазами, затем плавно опустились на его губы, руки, талию, бедра, колени и лотосные стопы. Когда гопи разлучились с Кришной и вернулись во Врадж, в сердцах они хранили его нежный, влекущий к себе образ и продолжали любоваться им. Кришна украл их одежды и их сердца,
но возвратил им только одежду. Он не вернул их сердца, Он не вернул их сердца, а спрятал в укромном месте. Кришна украл их одежды и их сердца, но возвратил им только одежду. Он не вернул их сердца, а спрятал в укромном месте. Закончился последний день их поклонения и обета. Радуясь, что обрели Кришну, своим супругам гопи забыли о поклонении Катьяяне и вернулись во Врадж. Каждое их движение сквозило счастьем от любви к Кришне. Они обрели его как своего мужа благодаря их преме, а поклонение Катьяяне было лишь внешней причиной. Обретя Кришну, можно ли еще что-то желать? Они обрели его как своего мужа благодаря их преме, а поклонение Катьяяне было лишь внешней причиной. Они обрели его как своего мужа благодаря своей преме, а поклонение Катьяяне было лишь внешней причиной. Обретя Кришну, можно ли еще что-то желать? Матуканда спросил, почему Катьяяне, которая принимала сладости, предлагаемые ей в течение месяца, не пришла исполнить желание гопи? Снигдаканта отвечал, Анурага гопи могла даровать им самое желанное. Наше поклонение не такое. Богиня Катьяяне не пришла даровать им благословение, но Кришна, мечта их Анураги, сам пришел к ним. Матуканда сказал, затем гопи по устроению Гарги были разлучены с Кришной. Снигдаканта ответил, он сделал это, но не напрямую. Матуканда спросил, как это понять? Кришна не стремился вернуться во Врадж, чтобы увидеться с Радхой и другими гопи, лучшими из целомудренных женщин, которые страдали от замужества с другими мужчинами. А принятие священного шнура и свадьба не могли состояться без прихода Гарги. С тех пор, как Нанда и Яшода приняли предложение мудреца Гарги, Радха и другие гопи были уже недоступны для Кришны. Поскольку Кришна был обеспокоен этим, он в это время держался в стороне от гопи, был разлучен с ними. Матуканда спросил, как после этого гопи вели себя? Снигдаканта ответил, внешне они были все еще юными, но поскольку вышли замуж за Кришну, они уже не были юными девами. Матуканда сказал, верно. В своем нынешнем положении они уже не были, как прежде, беззаботными девушками. Они переживали разлуку с Кришной, так как его сознание было поглощено Радхой и другими. Поразмыслив над этим, рассказчик обратился к Радхе. Когда Кришна откладывал встречу, его чувства любви обострились из-за разлуки с тобой. Как раньше Кришна снова заиграл на флейте, Шукадева Госвами Гуру Парикшита привел стих, который имел отношение к этой игре, хотя они относились к описанию танца раса. Слова гопи были проникнуты расой. «О Бог любви! Твой взгляд красотой затмевает венчик лотоса, цветущего в осеннем пруду. О даритель благословений!» Ты убиваешь своих служанок, которые отдали себя в твои руки, не прося ничего взамен. Разве это не убийство? Шримад Бхагаватам 10.31.2. О, лотосаоки для богини удачи! Праздник, когда ей удается коснуться твоих лотосных стоп. Ты очень дорог обитателям леса, и потому мы тоже дотронемся до твоих
Стоп, с этого мгновения нам нестерпимо будет общество других мужчин. Ибо наши сердца переполнены радостью общения с тобой. Шримад Бхагаватам 10.29.36. Так они обратились к Кришне в начале танца раса. Когда девушки из лесного племени Вриндавана видят на траве красноватый порошок кункумы, их умы охватывает волнение. Эта красноватая пудра, сохранившая цвет лотосных стоп Господа, когда-то украшала груди его возлюбленных. Втирая эту кункуму в свои лица и нанося ее на грудь, лесные жительницы чувствовали облегчение. Шримад Бхагаватам 10.21.17. Это описание указывает на влияние флейты. Шри Кришна сам, Всесовершенный Господь, тем не менее, увидев, как чудесны осенние ночи, напоенные ароматом жасмина, он возжелал любовных игр. Ради этого желания он пустил в ход свою внутреннюю энергию. Шримад Бхагаватам 10.29.1. О, лотосаоки, для богини удачи праздник, когда ей удается коснуться твоих лотосных стоп. Ты очень дорог обитателям леса, и потому мы тоже дотронемся до твоих стоп. С этого мгновения нам нестерпимо будет общество других мужчин, ибо наши сердца переполнены радостью общения с тобой. Шримад Бхагаватам 10.29.36. Значение этих стихов таково. Значение этих слов таково. Как только ты прикоснулся к нам, ты пробудил в нас рати, бхаву. Когда Кришна играл на флейте долгие ночи, в сезон хеманты зимы и в сезон шишира, пришло время весны, васанты. Хотя весна считается наилучшим временем года во Вриндаване, весна проявляется в особом очаровании. Когда лето уподобляется весне, что можно сказать о привлекательности настоящей весны? Мудрые знают, что Кришна в это время всегда живет во Вриндаване. Сезоны хеманта и шишира принесли Кришне и гопи страдания. Весна, которая предшествует лету, также доставила им ощутимую боль. Все гопи думали: «О, подруга! С приходом весны я осуждаю все времена года за их прескверное поведение. Что говорить о нашем желании? Весна мучает нас пением кукушек и пчел без всякого стеснения. Пчела глупа, а кукушка раболепна. Мы смотрим на них, как на главнокомандующих весны. Какая женщина будет счастлива в это время года?» Цветы заставляют нас думать о его сладкой улыбке, о лотосе, о его дивных очах. Кукушки напоминают нам о пятой ноте его флейты, а пчелы – о его блаженных поцелуях. Что же нам делать, как обрести его? Весь мир окутан весной, нам не по сердцу весна, они приносят нам только муки. Но куда нам сбежать от нее? Весна толкает нас к Кришне, пчелы действуют как огонь, а ветер как нож. Нежное прикосновение цветов, палаша, причиняет нам боль. Кукушки летают вокруг, как горящие факелы, цветочная пыльца уподобилась пеплу. Неудивительно, что мы как в огне. Только туча Кришна может спасти нас. Кришна переживал подобные чувства. Если весна несет обманчивую встречу с гопи, тогда весна, пускающая цветочные стрелы, несправедлива. Кто может стерпеть такое? Радха и Кришна думали: месяц Матхава весной, звезда Вишакха достойна поклонения, она позволяет встретиться с Кришной или порождает любовь к Нему. Ее проявляет йога Майя, дабы осуществить эту встречу. Кришна одаривает счастьем и уносит всю душевную боль.
Чтобы встретиться с Радхой, Кришна пустил в ход йога-майю. Из-за разлуки, что подобно жертвоприношению для гопи, сладкое щебетание птиц становится мантрой для возгорания пламени. В это время прилетел попугай Вринды и, сев перед Кришной, проговорил: «О герой Враджа! Рата и гопи в мучениях терпят жар луны и пьют яд иссушающего ветра». Вринда протянула Кришне письмо от Радхи на лепестке цветка Чампаки. «Во Вриндаване ты – древо Тамала, а я – лиана Чампака. Только Вринда устроит нам встречу и спасет нас от жара разлуки». Несколько раз пробежав глазами по строчкам, Кришна задумался: «Ох! Сегодня я иду к Бадре и Падме и не смогу пойти к Латасаоке Радхе. Я испил сладость Шамалы, хотя я испил сладость Шамалы, я разлучен с Радхой, жаждущей встречи со мной. Хотя я одолел множество лун своими ногтями Чандравали, я хочу встретиться с Радхой, схожей с Чандравали. Ах, ах! Хотя это так, и я коснулся искусной Вишакхи, я не достиг Радхи, Вишакхи и Лалиты. Поэтому я несчастен. Письмо Радхи взволновало меня». Отрешившись от всего в ночь полнолуния месяца Вайшакха, Кришна подумал: «Благодаря совершенному знанию я стал знаменит, войдя в сияющий ночной лес. Он заиграл на флейте и лишил самообладания Радху и Гопи, сильно взволновав их. Он привлекал их звуками флейты, очаровывая их сердца. Радха, как и все Гопи, жаждали встретиться с ним, однако она на какое-то время застыла, словно изображение на картинке, не зная, что Кришна призвал и других гопи. Прежде, когда Кришна привлекал звуками флейты животных, сейчас для гопи это не было чудом. Они вошли в лес Вриндаван, зная, что Кришна был там. Для их глаз лес казался ярким сапфиром, для кожи – капельками воды Ямуны, а для дыхания – благоуханием мускуса. Гопи со всех сторон сбегались в лес, кто-то поодиночке, кто-то вдвоем, втроем, впятером или восьмером. Их невозможно было счесть. Глядя на чарующий лик флейтиста и теряя самообладание, они плавали в волнах счастья. Покоряясь его воле, они подавили робость, порожденную встречей с Кришной, и, коснувшись его стоп, остались стоять перед ним. Хотя гопи не показывали Кришне свою любовь, она говорила сама за себя. Кришна смотрел на гопи, стоящих рядом, и на какой-то миг пленился их красотой. Все гопи, кроме Радхи, объекта его мечтаний, собрались в ночной роще. Стоя перед ним, они почти замерли. Стоя перед ним, они почти замерли. И хотя Кришна отсылал их домой, гопи отказывались возвращаться. Понимая их привязанность к нему, он хотел удовлетворить их в будущем. Кришна объяснил это так: «Я люблю играть на флейте и потому играл в свое удовольствие. Но вы сбежали сюда, привлеченные ее пением. Я уверен, что если бы жители Враджа сбежали сюда на звуки флейты, вы бы не остались здесь. Поэтому, не раздумывая, возвращайтесь домой. И даже не сомневайтесь в моих словах. Мне известна ваша любовь. О, Пранасакхи, поверьте, в будущем я исполню ваши желания». «И даже не сомневайтесь в моих словах, мне известна ваша любовь. О, Пранасакхи,
Поверьте, в будущем я исполню ваше желание. Гопи так отреагировали на его слова. Их опечаленные глаза выражали неудовольствие. Уши, хотя и слышали, отторгали его слова. А умы, хотя и были сосредоточены на Кришне, не испытывали счастья. Гопи пели: «О лотосаоки, для богини удачи, праздник, когда ей удается коснуться твоих лотосных стоп! Ты очень дорог обитателям леса, и потому мы тоже дотронемся до твоих стоп. С этого мгновения нам нестерпимо будет общество других мужчин, ибо наши сердца переполнены радостью общения с тобой». Шримад Бхагаватам 10.29.36. Когда Радха упала в бессознание на 6 часов, ее подруги, как только не пытались вернуть ее к жизни, все было тщетно. В это время туда пришла Паурнамаси вместе с Вриндой. Понимая страдания Радхи, она сказала, «Если вы на 3 часа оставите Радху в моей хижине, я попытаюсь вернуть ее к жизни». Все согласились. Радху перенесли в хижину. Паурнамаси, весьма взволнованная, отправила Мату Мангалу за Кришной. Как только Кришна пришел, она пригласила его присесть и сказала, мягко улыбаясь: «Пусть будет так, как ты скажешь. Пожалуйста, скажи, как нам быть?» Кришна смутился: «О, а что произошло?» Паурнамаси, смотря на Радху, сказала: «Мы опечалены тем, что не знаем, как привести ее в чувство. Я думаю, если ты прикоснешься к ней, это выведет Радху из глубокого обморока». Кришна удивился: «О, кто это?» Мату Мангала с любовью, но сердито сказал: «Если туча не узнает молнию, которая живет в ней самой, молния не проявится. Но может ли молния скрываться вечно? Если Кришна не признает Радху, которая так непостоянна из-за своей любви к нему, она не проявит себя. Но может ли она скрывать свои чувства вечно?» Сладко улыбаясь, Паурнамаси посмотрела на Мату Мангалу и перевела взгляд на Кришну. Кришна сказал: «Мату Мангала немного не в себе из-за нарушения воздушных потоков. Он болтает, что только ему взбредет в голову. Не стоит прислушиваться к словам этого болтуна. Я не стану подчиняться вашему приказу. Сами сделайте что-нибудь». Бринда сказала: «Радха, прекраснейшая из обитательниц Гокулы, находится под защитой. Что дурного в том, если твое прикосновение вернет ее к жизни? О, Кришна, если ты безразличен к Радхе, то и оставайся таким. Твое сердце очерствело. Что мне еще сказать тебе?» Подумав с минуту, она добавила: «Даже Лакшми не сравнится с красотой Радхи. Если ты отвергаешь ее, тебя нельзя называть тем, на чьей груди покоится богиня удачи. Податливые по природе, мы не можем препятствовать твоей встрече с Радхой». Кришна молчал. Паурнамаси сказала: «О, жизнь обитателей Враджа, ты молчишь. Почему ты отвергаешь мою просьбу?» «Я молчу, потому что буду страдать от последствий адхармы», — ответил Кришна. Паурнамаси сказала: «Я все знаю, поэтому принимаю адхарму, а ты должен исполнить дхарму. Лучше посоветуйте что-то другое, чтобы я не прикасался к ней», — ответил Кришна. Вринда сказала: «Ты наделен всеми добродетелями, просто покажи себя ей. Так наши усилия увенчаются успехом. Нужно ли придумывать что-то еще?» Кришна подумал: «О, любимая, так как я пренебрегаю тобой, мои чувства, ум, разум и дыхание бесполезны.
Так Кришна думал о Радхе. Кришна подумал: «О, любимая, так как я пренебрегаю тобой, мои чувства, ум, разум и дыхание бесполезны». Так Кришна думал о Радхе. Хотя Кришну переполняли чувства к ней, он хранил молчание. Матумангал взял его за руку и повел в беседку. Он также привел туда Вринду и вышел наружу. Затем Матумангала отправил куда-то Паурнамаси, а сам оставался рядом, подобно наставнику. Вринда сказала: «О, Кришна, покажи свое очаровательное лицо. Луна ошибочно принимает его за вторую луну. Зеркало принимает его за соперницу, а Лакшми смущается, считая твое лицо прекраснее, чем ее собственное». Волоски на теле Кришны поднялись, а из глаз закапали слезы. Он смотрел Радхе в лицо. Саки поют об этом даже сегодня. Радха в уединенном месте отдыхала на ложе из лепестков, дабы облегчить жар разлуки. Кришна увидел Радху, побледневшую от звуков его флейты, и слезы покатились по его щекам. Сладостной красотой своего лица Радха расплавила лунный камень его сердца. «Поклоняйся этому телу, сгорающему в огне разлуки, чье сердце сосредоточено на тебе». Ее тело было словно внешнее отражение ее сердца. На тело воздействуют вата, пита и капха. Мудрые используют кункуму в качестве лекарства. Увидев кункуму, Кришна подумал, что любовь Радхи вышла наружу. При виде Радхи сердце Кришны украсило сатвика бавами. Хотя Кришна использовал лекарства, он считал, что это было лишь подобием Радхи. Он подумал, что неумелый волшебник, испытывая его чувства к Радхе, создал ее ложный двойник. Но, желая ее, Кришна подумал, что это была сама Радха. В беспокойстве и горе он ответил на просьбу Вринды. В печали о Радхе он исполнил ее просьбу, взглянув на Радху, которая в сердце своем хранила его лотосные стопы, источник ее жизни. Заметив Кришне и Радхе признаки любви, Вринда обратилась молитвой ради желаемой цели. «О, принц Враджа! Ее сердце пылает от безграничной любви к тебе! О, Кришна! Радха, олицетворенная раса, расцвела в пару твоей юности! Чувствуя, что твое желание к наслаждению омрачено печалью, Радха постоянно отказывается от своего собственного счастья. Зная об этом, ты играешь на флейте. Теперь послушай внимательно». «Что я должен сделать?» – спросил Кришна. «Положи ей руку на сердце», – ответила Вринда. «Но это же непристойно», – возразил Кришна. «Тогда поставь ей на сердце свою стопу». Кришна молчал. Вринда припала к его стопам. «О, сделай это немедля!» В великой печали она схватила его за стопу и заставила поставить на сердце Радхе. Дрожа от волнения, Кришна поставил свою лотосную стопу на сердце Радхи и весь сам задрожал. Почувствовав его прикосновение, Радха открыла глаза, словно листок жизни коснулся увядшей лианы. И Радха, очнувшись, увидела Кришну. В этот миг в глазах Радхи и Кришны отразились их образы. И Радха, очнувшись, увидела Кришну, и в этот миг в глазах Радхи и Кришны отразились их образы. Очарованные красотой
И жадным стремлением друг к другу они захотели поменяться глазами и вкусить нектар их красоты. Очарованные красотой и жадным стремлением друг к другу, они захотели поменяться глазами и вкусить нектар их красоты. В присутствии Вринды Кришна смутился, накрылся накидкой, быстро вышел, оказал почтение Парунамаси и удалился. Но пока Кришна шел, он все время спотыкался. Держась за Матумангалу, шутливо жестикулирующего, Кришна встретился с друзьями. В это время Радха, будто увидев сон, поднялась и неслышно заплакала. Вринда немного успокоила ее. Радха пришла в себя и поклонилась Парунамаси. Во второй половине дня после того, как Кришна увидел ее, Радха вернулась во Врадж с подругами и Вриндой и провела с ними время. Это взаимное прикосновение имело целью только прикосновение, не наслаждение. Это взаимное прикосновение имело целью только прикосновение, не наслаждение. Один раз испытав это счастье, как могла Радха избавиться от горя, когда это счастье покинуло ее? Она хранила счастье от его прикосновения в глубине сердца, не рассказывая о нем никому. Какой поэт способен даже поверхностно описать блаженство Радхи и Кришны при их встрече? Девушки из племени Пулиндов обмазали себя кумкумой, осыпавшейся с тел Радхи и Кришны. Когда девушки Пулинды, живущие во Вриндаване, видят на траве красноватый порошок кумкумы, их умы дрожат от волнения. Эта красноватая пудра, сохранившая цвет лотосных стоп Кришны, когда-то украшала груди его возлюбленных. Втирая эту кумкуму в свои лица и грудь, лесные жительницы испытывали облегчение. Шримад Бхагаватам 10.21.17. Мы рассказали о Радхе, кумкума с чьей груди стала очень привлекательной, когда упала на траву и также касалась стоп Кришны. Удача девушек Пулинды, когда они обмазали свои тела той кумкумой, намного превосходит нашу. О, Радха, ты обрела своего возлюбленного, который прежде жаждал достичь тебя, дрожа в возбуждении, подобно движущейся колеснице. О, Радха, ты обрела своего возлюбленного, который прежде жаждал достичь тебя, дрожа в возбуждении, подобно движущейся колеснице. И здесь, дорогие преданные, заканчивается 21 глава потрясающего, изумительного писания Его Божественной милости Шрилы Дживы Госвами Прабхупады Гопала Чампу. 21 глава называется «Кришна похищает одежды Гопы». Кришна похищает одежды Гопи. Вся слава Господу Шри Чайтанье Махапрабху, вся слава шести Госвами Вриндавана, вся слава всей Ачарья Парампаре, вся слава Шиле Дживе Госвами Прабхупаде, вся слава Шиле Прабхупаде, вся слава всем преданным Господа Шри Чайтанье Махапрабху, вся слава Гопала Чампу, Нитай Гора Премананде, спасибо большое.